Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Сертифицированное пиротехническое изделие развлекательного назначения — ручная страйкбольная граната Легионер Г6 производства компании StrikeArt. Имеет бежевого цвета полимерный корпус, серебристого цвета полимерным запалом и металлической активной чекой. Ручная страйкбольная граната Легионер Г6 от компании StrikeArt копирует советскую, а позже российскую ручную наступательную гранату РГД-5, состоящую на вооружении многих стран по всему миру, с тем лишь различием, что на страйкбольной гранате отсутствует предохранительная скоба. Легионер Г6 является сертифицированным пиротехническим изделием развлекательного назначения, предназначенным для условного поражения участников страйкбольных игр, находящихся в здании, за укрытием или в складках местности. Будьте аккуратны и осторожны, поскольку применять страйкбольную гранату Легионер Г6 надлежит только на территории специализированных полигонов для военно-тактических игр при наличии средств защиты глаз у всех участников мероприятия. Без предварительной подготовки у меня получилось метнуть данную гранату на 27 метров. Страйкбольная граната весит 100 граммов, ее длина составляет 112 миллиметров, а диаметр корпуса 54 миллиметра. Габариты страйкбольной гранаты позволяют размещать изделия в штатных гранатных подсумках. Корпус страйкбольной гранаты имеет форму эллипса, выполнен из пластика бежевого цвета. Сверху на горловине корпуса расположены серебристого цвета пластиковый запал с металлической чекой. Тип инициации – терочный, наполнитель – цельный горох. Пиротехнический элемент – аналог 6-го Корсара. Таким образом, страйкбольная граната Легионер Г6 не имеет своей конструкции травмоопасных составляющих. Уверенное условное поражение целей достигается на дистанции до 10 метров, а максимальный радиус разлета условно поражающих элементов не превышает 20 метров. Время работы замедлителя от 3 до 4 секунд. Главными особенностями представленной страйкбольной гранаты являются ее антуражный внешний вид, правда с некоторыми допущениями, а также аналогичные боевым гранатам отдельные узлы и принцип их работы. Страйкбольная граната выполнена из устойчивых к воздействию влаги материалов, благодаря чему пользователь может быть уверен в том, что при любых погодных условиях с высокой долей вероятности граната сработает штатно. Корпус гранаты имеет форму эллипса, что позволяет более надежно удерживать ее в руке и дает возможность точнее и дальше метать страйкбольную гранату. Активная чека на страйкбольной гранате повышает ее безопасность до применения, поскольку вероятность случайной инициации сведена к минимуму. Одновременно с этим StrikeArt Legionnaire G6 имеет конструкцию, интуитивно понятную лицам, имеющим хотя бы базовые знания в области обращения с игровой пиротехникой. Расположение и механизм работы запала обеспечивает уверенную, комфортную его инициацию. Для того, чтобы инициировать пиротехнический элемент в ручной страйкбольной гранате Legionnaire G6, достаточно крепко удерживая корпус гранаты в одной руке, пальцами второй разогнуть усики чеки, вытянуть и резко дернуть в сторону чеку за стальное кольцо, что приведет запал в действие. Далее следует незамедлительно метнуть страйкбольную гранату в цель. В случае отказа изделия после инициации, а именно отсутствие дымовыделения из корпуса изделия, во избежание травмы следует отбросить ее в сторону. А также, если после броска отсутствует имитационный эффект в виде громкого хлопка и разлета наполнителя, следует не подходить к изделию в течение 10 минут и сообщить игротехническому персоналу мероприятия о несработке пиротехники.